Всем огромный привет, IKEA город Екатеринбург, отдел с коврами, рассматриваем новинки. Первая новинка пока нет в нашей IKEA, но обещают, что скоро появится, это Skilund, сделано из полипропилена, ковер безворсовый для дома, для улицы. Такие ковры очень легко содержать в чистоте и, в принципе, они универсальны. Раньше я к ним относилась очень так негативно и скептически, но теперь понимаю, что реально это палочка-выручалочка, что убирать на раз-два – это клево. То, что сделано из полипропилена, наверное, это не так критично. Кто вообще смотрит на состав? Ну, исключение тех, конечно, кто выбирает персидские натуральные ковры. Мысль я потеряла, поэтому двигаемся дальше. Если есть необходимость, ставим стоп сюда. Если нет, то просто кидаем его. Мне кажется, вот на самом деле на улицу, дома вообще классно. Здесь он кажется такой рябой, но когда вот так издалека и вид сверху, очень интересный получается орнамент. Это первая новинка, которая нам встретилась. Мы двигаемся дальше. Очень красивый, нежный цвет. Также сделан из полипропилена. Цена уже 2700. Называется Альерслев 133/180, светло-зеленый. Полностью вор, 100% полипропилен, подкладка полипропилен, тут же и хлопок, и полиэстер комбо. Опять-таки не забудьте взять противоскользящую подстилку, стоп называется. Это все короткий ворс. Эти ковры, они такой средней плотности, они не такие, чтобы прям плотные-плотные, но и не тонкие. Далее, если говорим про новинки Stance, Stance выпустил цвет оливково-зеленый, сам ковер это давно представлена эта серия, цвет обновили. Не скажу, что он прям такой приятный и красивый, но опять-таки это же кому как. 4300 идет за 133/195 и 6500 за 170/240. Еще одна интересная новинка. Мягкий, пушистый, на сером основании. Разноцветные вкрапления. Крепления и желтые, и красные, и синие. Это спентруб, ковер длинный ворс. Здесь у нас опять-таки полипропилен. Размер 230/160. Именно вот за 10 тысяч рублей. У него идет длинный ворс, как он начинается. Отступ. За любым ковром необходимо достойно ухаживать, тогда он прослужит долго. Хоть длинный ворс, хоть короткий ворс, хоть безворсовый. Но опять-таки, если вы приобретаете ковры в детскую, тоже задумайтесь, насколько нужен длинный ворс для детей. Тоже такой вопрос. Ножками ходить мягко, но дети развиваются, они увлекаются творчеством. И от детского творчества порой очень сложно вычистить длинный ворс. Ковер безворсовый Брендстед, 3000 рублей. Полоска бежевая, полоска голубая, идет обработка. Тонкий он. Эти ковры участвуют в распродаже. Что, Карисматиск? Помните, яркая коллекция, такой не менее яркий дизайнер, запоминающийся. А вот новинка Валерслев, 10 тысяч рублей. Подождите, про распродажу. Стоянцы синий тоже участвуют в распродаже. Практически минус 1000. Все. Теперь про новинки. Новинка идет темно-синее основание, длинный ворс и вот такие голубые нитки вкрапления. Ворс очень длинный. Смотрите, какая у него длина. Вот. Край получается не обработан, да, у него. Плюс необходим стопор. За 10 это 133/195 и 13/160/230. Он сделан из пряжи разной толщины, что позволило добиться необычной фактуры. Сделан из полипропилена. Нестандартный подход к ковроткачеству. Темные посмотрели, светлые. Скорее всего, те же модели просто дублируются в другом цвете. Кандруп. Кнардруп. Двухцветная меланжевая пряжа. Очень нежный песочный цвет. Нет пока в нашей IKEA. Такой мелкий-мелкий, реально как песочек. Что по характеристикам, 100% полиэстер, переработанный материал. Ковер машинного тафтинга. Есть размеры, есть характеристики. Площадь, толщина 11 мм. Вот он какой. Приятный-приятный. Но тонкий. Короткий ворс. Далее две новинки. Это марструб
и Тверстед. Марструп 12 тысяч рублей. У него интересный орнамент на бежевом таком исполнении. Как бы серые вкрапления. Серый, темно-серый, темно-бежевый. 160 на 230, 11 тысяч рублей. По характеристикам 50 полипропилен, 50 полиэстер. Так, уток 100% джут. Тоже характеристики можно посмотреть. Плотность. Вот так же она средняя. И не тонкий, и не расхлябанный, но и не прям плотный, что палец уж не вставить. Нет, такого нет. Если говорить про комфорт, вот из новинок, вот этот просто как одеялка нежная, мягкая. Ну, одеялка, конечно, это не очень. Это как плюш, что ли. То здесь более грубее, но зато нити более толще. Еще одна новинка. Тверстед. 8000 рублей идет. Также, смотрите, основание, как и здесь. Только здесь рисунок ромбики, здесь как бы квадраты другой направленности. Вот как сказала. Раз, два. Вообще они очень похожи. Очень. Даже по характеристикам один в один. Просто орнамент немножко другой. И все. Тут, как говорится, выбор просто, что вам ближе, что вам надо больше. Вид издалека, который чаще просят. Вот эти ковры не очень удобно издалека показывать, надо каждый отодвигать. Зато можно посмотреть вот эту новинку тоже, как там же темно-синий, здесь же сделан в белом таком нежном цвете. Нестандартный подход ковроткачества. 10 тысяч рублей за размер 133 на 195. Это Валерслев. Максимальный 200 на 300. 18 тысяч рублей. Классный коврик. Как обработано. Здесь идет также вкрапление разных нитей. И ключевая новинка. Сюда помещают ковры, на которые нам следует обратить внимание, по мнению Икеи. Алерслев ковер длинный вор, светло-коричнево-красный. 133 на 180. Легко подержать его в чистоте, пылесос, выбивать. Оптимальный длинный ворс. Такой нестандартный цвет. Тоже с полипропиленом. Бежевый. Тут все-таки серый, это бежевый. Продолжаем по коврам нестандартного подхода. Бледно-розовый Валерслев. Этот посмотрели, этот часть в распродаже. Красный Лангстед был. Из новинок нас еще встречает, о, какое, как вязаное крупное одеяло. Авскилдра. Ручная работа, темно-зеленый, 30 тысяч рублей. Теплая пушистая шерсть. Смотрите, 100% шерсть и основа 100% хлопок. Реально, как крупная вязка. Интересная новинка. Часть также участвует в распродаже, которая длится до 19 января. Безворсовые ковры. Ну, здесь порядка 5000 скидка, здесь пара тысяч видбэк и тербэк. Это ручные работы и то, и то. Уникальная способность, что здесь что с одной, что с другой стороны можно, да, помещать эти ковры, да. Оба ковра, но они тонкие. Тонкий хлопок и тут, и там. Тут
Давайте вот на этом интересном также завершим повествование. Ковер Хорст Ванг. Ручная работа, белый с оттенком. 20 тысяч рублей идет. Лицевая поверхность 100% шерсть и 100% хлопок. Вот как это все выглядит. Благодарю вас за внимание. Остались вопросы, задавайте. Желаю вам отличного, грамотного шопинга, отличного настроения. До новых встреч и пока-пока.